Активисты Одинцовского отделения партии продолжают мониторинг цен на борщевые наборы в торговых точках муниципалитета. Так, в ходе очередного рейда по проекту «Народный контроль» партийцы проверили сетевой магазин и популярный рынок в Одинцово. Участники мониторинговой группы «Народного контроля» сравнили цены на картофель, морковь, свеклу, капусту и лук в одном из магазинов крупной торговой сети и на популярном рынке в районе станции Одинцово. В результате мониторинга было выявлено небольшое снижение стоимости ряда продуктов. Однако разброс между ценами сетевиков и на рынке все равно существенный. Например, в магазине килограмм капусты стоит 39 рублей, рыночный ценник от 60 рублей.